Сотрудниками отдела экономической безопасности Владивостока пресечена незаконная игорная деятельность в Первореченском районе. Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку установлено, что двое местных жителей организовали игорную деятельность в помещении на улице Камской. Задержанные проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Подпольное заведение работало в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительной договоренности для определенного круга клиентов. При проведении обысков из игорного зала сотрудники органов внутренних дел изъяли оборудование для игры в покер, два покерных стола, денежные средства, комплекты игральных карт, фишки, а также иные предметы, предназначенные для проведения азартных игр. По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемых следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Олег Завьялов, новости на Восьмом.